Венеции из-за карантина каналы очистились, и туда вернулась рыба. Из-за карантина Волга очистилась, и туда вернулась Золотая Орда. В Петербурге из-за карантина в Смольный вернулись большевики. Я надеюсь, вы поняли, что сегодня 1 апреля, и эти все новости, конечно, розыгрыш. Люди в соцсетях рассуждают, что даже вынести мусор весьма сложно. Вот мой мусор накоплен за несколько дней. Каюсь, я еще не перешел на раздельный сбор мусора. А бутылка, кстати, от минералки. Я отправляюсь вынести мусор, и это будет специальная операция. Господи, погода-то какая. Солнце. Тепло. Хорошо, но видите, никого нет во дворе. Никого нет в моем дворе. Машины все на месте, люди все на месте. Оставайтесь дома. Чай будешь?